В Севастополе появится памятник авиатору Николаю Титовичу Хрусталеву. 5 ноября в Севастопольской гимназии номер 8, которая носит его имя, на месте будущего монумента прошло открытие закладного камня. В этот день исполняется 75 лет подвигу опытного летчика. 5 ноября 1941 года в городе-герое шли ожесточенные бои и на земле, и в воздухе. На штурм скопления вражеских войск в районе долины реки Бельбек с аэродрома Байдар вылетели две группы 11-го авиаполка из 20 самолетов. Одну из групп вел капитан Николай Хрусталев. В неравном бою его самолет был подбит. Николай Хрусталев перевел горящую машину в крутое пике и на глазах однополчан врезался в скопление вражеской техники. За подвиг летчик посмертно награжден орденом Великой Отечественной войны первой степени. Это был первый огненный удар, таран, в период Великой Отечественной войны в авиации Черноморского флота. Это нам памятная дата, и сам подвиг для нас имеет огромнейшее значение. Мы должны помнить, должны чтить и должны передавать. В торжественный день открытия закладного камня пришли дети и внуки героя Великой Отечественной войны Николая Титовича Хрусталева. Много лет и ветеранская организация и семья Хрусталевых добивалась того, чтобы увековечить не только как улицы, но какой-то памятью для всех значимым являлся бы как памятник, как обелиск. Ну, конечно, это большое значение для детишек, для будущего поколения, потому что, мы связаны тесно с историей. Если мы не будем знать, кто были наши предки, ради чего они, будучи молодыми, в расцвете сил погибли, конечно же, будущего не видать. Ну, конечно, чувствую большую радость, что наконец-то в городе появится памятник, потому что памятник за городом очень далеко, никто из друзей туда не может добраться, туда далеко в Малосадово ехать. А здесь уже большая, конечно, радость для нашей семьи. Здесь будет установлен памятник капитану Хрусталеву Николаю Титовичу, совершившему огненный таран 5 ноября 1941 года. В этом году, 10 мая, в Севастопольской гимназии номер 8 было присвоено имя авиатора Николая Хрусталева. На месте закладного камня памятник Николаю Титовичу Хрусталеву обещают возвести уже в следующем году.